В день Святой Вероники ее курганские подопечные собрались в библиотеке имени Маяковского. Здесь у них свой фотоклуб «Форма». Руководитель клуба, фотограф Виктор Михайлов, возродил его после 20-летнего перерыва. Участники сообщества как любители, так и профессионалы. Опыт и молодости нам дает возможность надеяться, что в дальнейшем будет определенный рост клуба. Это наше будущее. Это в дальнейшем профессионалы, те, которые будут в Кургане, продолжать наше дело. Получить оценку своим работам, принять участие в фотокроссе, найти единомышленников – это далеко не все плюсы клуба. Их фотоотчеты радуют курганцев в залах музеев, библиотек. Денис Петрохин признается, фотоклуб – это прежде всего стимул к развитию. Клуб он позволяет людям встречаться, общаться, обмениваться мнениями, показывать работы. Вот. Поэтому здесь как бы есть на самом деле единомышленники, люди, с кем можно поговорить. И на самом деле такое достаточно продуктивное проведение досуга свободного времени. В Ниццу я вышел, это господин Случин. Снимал пейзаж. Хорошо, что стоял 18-200 объектив. Потом я моментально на 200 вывернул, успел 3 кадра сделать, из них один выставочный. На случай не надейся, хочешь стать фотоохотником, запасись терпением, говорит курганский фотохудожник Юрий Артемин. В объектив его фотокамеры попадают редкие бабочки, птицы, занесенные в Красную книгу. Пока он делится секретами с коллегами, а скоро станет строгим судьей. Клуб объявил сезон фотоохоты на представителей животного мира за Урале открытым. Принять участие в конкурсе «Черепашка» могут все желающие. В настоящее время идет отбор работ и голосование на сайте. Съемка – это очень сложно. Это гораздо сложнее, чем снять человека, допустим, или прочее. Они ведь для всех наших живых человек – враг номер один, к сожалению. А вот попробуйте завоевать их доверие, чтобы они вас подпустили близко. Потому что охотник, например, он находится, ему 50 метров достаточно, чтобы дичь была. А фотографу, чтобы такую же дичь снять, надо на 5 метров к ней подойти. Работы принимаются до 15 июля. Черепашка – младшая сестра всероссийской выставки «Золотая черепаха», которая не раз приезжала в Курган. Снимки победителей примут участие в экспозиции, которую обещал посетить самый заядлый фотоохотник за Урале Олег Пантелеев. Константин Пчаков, Кристина Волковинская, Денис Мазин, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион 45».